Компания Максим представила новые двигатели с топовым управлением Mazda 611 и Mazda 612. Интегральная схема разработана для применения промышленного оборудования, бытовой техники и автомобилестроения, где требуется использование оцифрованных данных. В Mazda 611 и Mazda 612 интегрированы 12-разрядные новостные преобразователи и усилительный каскад, который может быть сконфигурирован для работы в режиме операционного усилителя или компаратора. Интеграция ключевых компонентов необходима для упрощения встраивания интегральной схемы в систему контроля неисправности и управления с обратной связью, в том числе системы ограничения пустого тока и регулировки усиления. В Mazda 611 и в Mazda 612 интегрирована схема управления через интерфейс E20 и 12-разрядный аналоговый преобразователь со скоростью преобразования 500 ударов в секунду для измерения тока, входного напряжения, выходного напряжения, операционного усилителя или компаратора, опорного напряжения операционного усилителя или компаратора, а также внутренней температуры. Шина E2C совместима с логическими уровнями 1,8 вольта и 3,3 вольта, что обеспечивает непосредственное соединение с современными микроконтроллерами. Представленная интегральная схема имеет широкий диапазон входного напряжения от 0 до плюс 60 вольт. Программируемый диапазон измеряемого напряжения 440, 110 или 55 милливольт. Позволяет добиться широкого динамического диапазона, высокой точки измерения и гибкости при выборе номинала измерительного сопротивления. Mazda 611 и Mazda 612 работают в расходном температурном диапазоне от минус 40 до плюс 120 градусов Цельсия и выпускаются в компактных 10-вольтных корпусах N-Max.